Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний в сентябре планирует направить сумму свыше 100 миллионов рублей на выплаты жителям Донецкой Народной Республики пособий. В августе пособия получили более 23,5 тысяч жителей республики, а общая сумма страховых выплат превысила 80 миллионов рублей. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко неоднократно заявлял о важности налаживания в республике механизма выплаты регресса. Фонд социального страхования был создан 9 декабря минувшего года, но фактически возложенные на него функции начал выполнять летом текущего года. По словам председателя фонда Владимира Арнова, в июне и июле было выплачено пособие на сумму свыше 60 миллионов рублей.